Водитель сортиментовоза Александр Сабуров завершает подготовку своей новенькой Скании к первому рейсу. Гайки крепления колес подтянуты, двигатель работает как часы, можно отправляться в рейс. К слову, работать на новых машинах стало еще удобнее. Принципиально разница из удобств там, во-первых, уже не кондиционер, как на Volvo, а климат-контроль, на котором выставил определенную температуру, и она поддерживается, автоматически идет. Сиденья такие же пневматические, поднимаются, опускаются с подогревом. На Volvo не было подогрева. Самый большой плюс – это то, что в кабине предусмотрено спальное место для длительного отдыха водителя. Новые Scania обладают двигателем мощностью 400 лошадиных сил. Каждая машина укомплектована новым прицепом Юки для перевозки древесины. По итогам годовой эксплуатации сортиментовозов Scania, поступивших в лесной филиал в прошлом году, машины были несколько модернизированы. В целом изменения были направлены на большую адаптацию к местным условиям. Автомобиль более облегченный для прохождения весового контроля. Значит, получил дополнительную новую оптику, значит, световыми ходовыми огнями, да, получил дополнительное освещение в виде противотуманных фар. Те машины, которые пришли нам год назад, да, зарекомендовали себя положительно. Новые сортиментовозы уже распределены между водителями. Как водится, получат их те экипажи, которые зарекомендовали себя ответственным подходом к работе, без аварийной ездой и высокими производственными показателями.